Мне часто приходят подобного рода вопросы. Светлана, неужели придется все еще страдать? По карте жизни это, конечно, жесть. Врагу не пожелаю, даже если их нет. Светлана, помогите. Осталась с двумя детьми. Нет средств даже к существованию. Что делать? Что я делаю не так? Помогите вернуться к самой себе. Помогите настроить свою жизнь. Да, ребят, можно заниматься различными практиками с растением силы, где вы ничего не контролируете. А можно работать со своим сознанием через осознание. Настало время прийти к себе. Всегда есть выбор. Либо ты живешь жизнь, либо жизнь живет тебя. Потому что возможность познать себя доступна тебе уже сейчас. И да, как я и говорила раньше, тебе не нужен никакой гуру, тебе не нужен никакой помощник, тебе не нужен никто, кто будет тебе что-то рассказывать и показывать. Но бывают такие ситуации, где ты, блин, ну не видишь, что с тобой случается, но ты утыкаешься в одно и то же вопрос, который вроде бы уже решил, почему так происходит. Да, бывают такие моменты, когда проще смотреть через кого-то, через глаза другого, иного другого. И именно на ретрите, ребят, я вам это показываю. Я показываю, как можно посмотреть на себя с иной точки зрения, с иной стороны, с иной грани. Где на ретрите я вас проведу вглубь ваших клеток, ваше межклеточное пространство. Вы научитесь раскрывать весь мир своей ДНК. А это целый космос, ведь мы состоим из этого ДНК. Там же вся ваша родовая программа, родовая память. Называйте как хотите. Но там как раз есть все ключи к пересозданию самого себя. Если ты готов, присоединяйся на ретрит, который будет уже в июне.